Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в XCOM. Так, кому еще поддержки? Нет, поддержка себя хилить может. Вот тяжелую пехоту надо. Оснащение. Панцирная броня. Во! Комплект нано-брони. Тебе, пожалуй, мы дадим дугомет. Еще один, чтобы захватывать. Так. И штурмовику надо панцирную оснащение. Панцирную броню. Вот. И граната. Давай мы тебе лучше комплект брони выдадим, да? Так, и вот этому оснащение. Ага, все, нету. Вообще панцирную броню надо. Слушайте, инженеры, инженеры, инженеры. Панцирная броня нам очень нужна. Сколько она стоит? Две. А, сплава не хватает, да? Ну ладно. Не, ну это хорошая тема. Так, ладно, центр управления. Давайте обнаружение. Указать места похищения. Места, где сейчас пытаются похитить людей. Так, ну в Канаде все спокойно. Снайпера лейтенанта дадут. Вот, вот в Аргентине все не очень хорошо. Ну, надо лететь в Аргентину, потому что тут, тут конечно, 200 голды дадут, но тут 4 ученых дадут. Ну, тут уровень паники большой. Нам надо лететь сюда, потому что ЮАР еще, может, перебьется, да? А вот здесь сюда надо лететь. Так, ну полетели тогда в таком случае. Что у нас делает новобранец? На задании в строю. Вон, саппорта можем или штурмовика. Так, а кто у нас вообще в строю? Снайпер, тяжелый пехотинец. Два тяжелых пехотинца, штурмовик. Ну, нам по-любому не хватает саппорта. Поэтому я добавляю саппорта. Так, и кто у нас? Два в панцирной броне. Еще одного я могу. Штурмовика, допустим, оснащение. В тяжелую броню одеть. Значит, а ну-ка, 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 ну-ка. А ну-ка, казарма. Бойцы. Блин, кто у меня в тяжелой броне? Вот этот вот стримчанский, да? Потом, нет, потом, видимо, вот этот Джонсон, да, тёлочка Джонсон и Весельчак, Шашлык Лайв, Джонс, Фифа и Весельчак, так, значит, да не надо мне уже казарма, центр управления похищения людей, так, в Аргентину. Значит, тяжелая пехота. Значит, у нас есть Фифа, спотыкашка. Тебя мы тогда убираем. А тебя мы добавляем. Во. Только вот у тебя оснащение. Что у тебя тут? Блин, почему нельзя вот мне как бы этого? А ну-ка, подожди-ка. Убираем. Кто у нас был-то тут? Ты? О, ты тоже, слушай, в тяжелой броне, да? У тебя комплект нано-брони. Слушай, нормальный ты тип. Так, ну снайпера мы не будем трогать. Да, медпакета мы тоже не будем. То есть нам вот этого надо штурмовика заменить. Видимо, на тяжелую пехоту. Только давайте этого штурмовика я обратно возьму. И у тебя из оснащения что есть? Вот дугомет я у тебя заберу. Да. На тебе, допустим, гранату. Пока, пока гранату. Вот. А теперь я добавляю сюда тяжелого пехотинца. И ему добавляю... Не-не-не. И ему в оснащение добавляю дугомет. Так, итого, что мы имеем? Мы имеем один медпакет, комплект надо брони и два дугомета. Все, ну и снайпер с прицелом. В принципе, этого должно хватить. И три чувака в крутой броне, кроме доктора и этого. Ну, в принципе, здорово. Должны затащить. Кстати, а ну-ка, в школе офицеров. Ну ладно, давайте... Не-не-не. Слушайте, у меня же есть капитан. Подождите. У меня же есть капитан, школа офицеров. Сколько стоит размер отряда? 75, блин, денег нет. Ай, фак. Черт.
Так, похищение людей. Мы летим в этот, сюда, 4 ученых. А что мне опять? А, не, уже все, 2 дугомета, да, медпакет, все. Так, ладно, погнали. Надо 75 где-то денег, наверное, наколошматить и себе прокачать еще отряд на одного бойца. Это очень важно. Садимся. Так, начать операцию. Теперь отправляемся в Аргентину. Нейтрализовать похоже, всех противников. Ну, нормально. Вроде все не сложно. Вроде бы все не сложно. Главное не спешить и не тупить. Центр. Рейнджер подходит к точке назначения. Штурм-1 просит разрешения на высадку. Вас понял, Рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Не подставляйтесь. Так, может снайпер нам сначала засветит что-нибудь? Что он нам может засветить? Что-нибудь же, наверное, может? Блин, фиговая точка у снайпера, вот ему надо бы это. Вижу противника. О, снайпер засветил. Так, ну эти... Ага, на второй этаж залез. Куда-то сюда залез, да? Одного мы видим. В принципе, 50%. А ну давай огонь. Да, мимо, естественно. Еще дергается. Слушай, а попробуй-ка стрельба после этого, да? Мы идем по следу. Стрельба на бегу. Вот ты вот в эту точку зашхерься прям конкретно. Ты же в крутой броне. Вон у него сколько жизней. 64%. Красава, давай. Красавчик. Ну, просто респектос тебе. За такой выстрел. Просто респектос. Так. Так, теперь, что касается... Ты можешь туда с рывком, да, ворваться? Давай ты пока ворвешься с рывком сюда. Наверх пока не надо с рывком врываться, потому что там открытое место. Так, и ты остался. Ну, ты пока, допустим, сюда. Так, все. Расстановочка. Ну, пока у нас все здорово. Ага, говнарь с фланга. Они дрогнули! Вперед! Отлично, отлично, отлично. Он никого не заатачил. Соответственно... Сколько? 40%. А что у нас снайпер говорит? Ой-ой, зря я стрельнул. Блин, так тупо был. Сейчас ход потрачен. Ну ладно. Снайпер. Снайпер не может стрельнуть. Ну вот ты вообще стоишь четко. Нет подходящих целей? Серьезно? У тебя нет подходящих целей? А вот так? Ты же с автоматом. Ты же не с дробовиком. Красава, сняли, замечательно. Вот это красава, вот это супер. Так, теперь ты стоял вот здесь, да? Соответственно, надо загнать тебя пока сюда на разведку. Ты в такой крутой броне, если что, ну, удар будешь держать. Вот, а за тобой я как раз таки вот снайпера... Снайпера хочу, например, куда-нибудь туда посадить, в угол. Ну, конечно, в углу, в том конкретно он ничего не отработает, ну, мало ли. Да, тут пока ничего интересного. Так, ладно, продвигайся по крыше. Так, а ты открыла... Ну, здесь, я так понимаю, уже ничего интересного не будет. То есть надо идти... Ну, можно, конечно, по зданию пройти, но тут, я так понимаю, все тупик. То есть нам либо по крыше действительно идти. Кстати, неплохой вариант. Вот так вот. Во, и полезли. И можно даже сюда. Вообще огонь. Так, ход пришмельцев. А где же они прячутся?
Расскажите мне. Так, а ну подойди сюда, засвети там вот этот сектор. Непонятно. Попробуй найди, блин, пришельца, да? О, а ты можешь сюда на этот, на выступ достать. Ну, там ты открыт будешь полностью. Давай лучше сюда пока переходи. А теперь, например, вот сюда, чтобы точку эту засветить с той стороны. Там все. Похоже, он прячется вот там в домике. То есть мне надо всех десантировать потихонечку сюда. Так, это кто у нас сейчас ходит? А, это снайпер ходит, да, спотыкашка. Снайпер, ну тогда беги сюда. Беги сюда. А ты пока беги сюда. Враг обнаружен. Ой-ё, они очень удачно, я, кстати, засветил этих чувачков. Не очень удачно. Так, ну ладно, переходим пока сюда. Стримчанский, ты тут наверху, блин, от тебя толку вообще никакого. Ну ладно, переходи сюда. Так, ходят пришельцы. Главное, чтобы они стрельбу не начали. Но у нас там, в принципе, чувак в броне. Ой, мимо, ну. Наша... Ну, в принципе, да, в броньке-то... Бронька тащит, как говорится. Я под огнем. Мимо, супер. Нам еще удачно. Ой-ё, а вот это плохо. Осторожно, они сбегаются. Так, вот это вот, конечно, да. Кто у нас с этим? Ты с дугометом, да? Да, значит, твоя задача встать сюда и дугометом. Нет, не этого, а вот этого. Давай, удачи. Разряд. Держится, котеныш. Так, держится, это плохо. Значит, в таком случае снайпер. 100% попадания, да? Ну давай 100% потому. Больше не дернется. Так, ты без дугомета. Не-не-не-не-не. Подожди. Подожди, вот ты с дугометом, да? А ну подойди сюда. Попробуй его оглушить. Готов. Красава. Эй, детка, постой-ка на месте. Так, там эти чуваки, да? Значит, давай сюда слезай. Стрелять можешь, да? 56%? Ну давай, 56% это нормально. Ну, ничего страшного. В молоко! Так, а вот ты тут вообще на открытой площадке стоишь. Ты давай, наверное, куда-то перемещайся. Хотя бы вот сюда. Теперь, ну давай, 56%, давай, тащи. Красавич! Красавчик, просто Васечка. Федечка. Отступают! Отступают, супер! Ты круто отступил, чувак. О, этот прям в лапы пришел, слушайте. Меня обходят с фланга. Снайпер просто спотыкашка. Слушай, ты это... Как у тебя тут 75%? Ты чё? Ну, нормально, хватило 75%.
49% шанс оглушить, ну давай. Попробую его взять. Да что ты за корявая такая? Так, ладно, 84% сфигач. Красавчик. Боезапас на нуле. Так, теперь ты. Медик, 79%. Ну давай. Красавчик. Супер, супер, ребята. А, я мог еще попробовать оглушить этим чуваком. Блин, ну ладно. Так, заходим вовнутрь. Там где еще один был у них? Один еще, кажется, вот там где-то был. Ну ладно, ты пока сюда. А, все, давайте конец хода. Пусть ходят пришельцы. Так, снайпер, спотыкунчик. Давай мы тебя передвинем куда-нибудь сюда пока. Спотыкашку. Так. Отлично. Чудак. Но это надо ту дверь открывать, слушайте. А чтоб открыть ту дверь? А ну-ка, давай-ка ты наверх залезешь, наоборот. Медик. Вражеские войска! Да, найдены. Блин, а я снайпера как раз таки спустил, да, получается? То есть зря я это сделал. Так, ну ладно, прорываемся. Там они, по идее, этот чувак. Блин, вот плохо, что у меня все на открытой местности стоят. Очень плохо. Ну, практически все. Так, ну что будут делать эти пришельцы? Фига он как телепортнулся. Они обходят по флангам. Снайпер, ну 4 нормально, это нормально, нормально. Они двигаются! Они обходят по флангам! Так, ходит снайпер. Кто у нас может еще ходить? Так, ты можешь. Ты с этой самой штукой, да? Так, ладно, дайте мне чудака. Слушай, ты просто обязан сбить этого говнюка. 2, да что ж саппорты так слабо бьют? Так, а ну-ка. Открой дверь. О, а ты можешь попробовать оглушить, да? Слушай, а попробуй. 80%, это же отлично. Попытаюсь его взять. Супер. Цель обездвижена. Красавчик. Так, теперь твоя задача 42%. Ну давай выстрел в голову. Красава. Отличная работа. Все сделали как надо. Фух. Yes. Всех занесли, всех разнесли, всех снесли. Египет в панике. Массовая истерия охватила население. Есть опасность, что эта страна выйдет из совета. Нигерия в панике. Да чё вы в панике-то? ЮАР в панике. Ну блин, ну... Я ничего не могу... У меня денег нет, дали б денег, я бы вам спутник отправил. Так, что я могу сделать? Так, снайпер-капитан. Меткость увеличивается на 10, может вести ответный огонь без снижения меткости. Ответные выстрелы могут нанести критический урон. Пойдет. Так, выстрел заставляет... Такой выстрел легко попадает в цель, но наносит сниженный урон. Быстро производит 2 выстрела подряд по одной цели. Точность выстрелов снижена на
15%. Слушайте, давайте вот этот вот возьмем. Так, саппорт. Реаниматор, однозначно реаниматор. Два пленных летуна. Паника снизилась на 3. Не забывайте, мы видим все. Так, инженерный отдел, оружие и техника. Спутник, стоимость 66. Денег нет. Тоже мне XCOM. Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. Эллерий. Плазма-пистолет. Так, медленный проект. 10 сплав и 75 фрагменты оружия. Ладно, давайте Эллерий изучать. Давайте изучать Эллерий. А ну-ка, подожди-ка, не сейчас. Мы вот этот вот грёбаный... А ну-ка, казарма, бойцы. Так, допустим, штурмовик. Этот, сделали ключ, который я заказывал? Оружие и техника. Цель... Панцирная. Вот эта панцирная броня крутая вещь. Спутниковое наведение, защитная матрица, спутник. Спутники нужны. Блин, я не совсем понимаю. Ну ладно, давайте в центре управления. Я сейчас сохранюсь. Я сейчас сохранюсь. И я, пожалуй, на этом тогда выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.